Я, Утешев Александр Витальевич, являюсь арендатором земельного участка, находящегося между станицей Лысогорской и Георгиевским районом. Данный участок предназначен для выпаса скота. Человек, который засеивает здесь зерновые культуры, я подозреваю, что находится в сговоре с администрацией города Георгиевска, так как администрация приезжает и фиксирует правонарушения, как будто бы это делаю я. Это все происходит без моего разрешения. Земля находится у меня в аренде. Вот, пожалуйста, опять произошел посев зерновых культур. Я на это разрешение не давал. По этому поводу я обращался в правоохранительные органы. Пока никаких действий нету. Данный участок хотят у меня отобрать. Не хотят продлевать договор аренды. Я подозреваю, что все идет к тому, что я его лишусь. А он мне необходим для жизнедеятельности, так как я являюсь отцом четверых детей. Прошу разобраться, принять меры и наказать виновных.